Орден мужества для героя, погибшего в Сирии военнослужащего Аскера Бижоева наградили посмертно. Российский военный отдал жизнь в борьбе с терроризмом. В мае он выполнял боевое задание. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. По его словам, главное теперь сделать все, чтобы хоть как-то облегчить горечь потери для близких. Память о достойном сыне нашей республики, Бижоеве Аскере Олеговиче, навсегда останется в сердцах его жителей. Военная операция России против террористов в Сирии началась 30 сентября прошлого года. Власти Арабской Республики официально обратились к нашей стране за помощью. За это время российская авиация совершила тысячи вылетов и уничтожила тысячи объектов боевиков. Удалось существенно подорвать их инфраструктуру, и в середине марта основные силы по распоряжению нашего президента покинули страну. К сожалению, обойтись без потерь в этом противостоянии не удалось. Всего погибли 20 российских военнослужащих.